Мой завезник, какой жизнь здесь, в Первомайск? Тяжелая, ужасная жизнь. Нет жизни, сил уже больше терпеть. Валят дома. Для чего валят дома? Он простоял 50 лет. А. Как дальше жить? Ложись, боишься выйти. Ни денег, ничего нет. Детей нормально, внуков не видят. Жить в подвале с собаками, с блохами. Не топится там ничего. Вот пошли покушали, и все. Вот это и вся жизнь наша в столовке. Мы же никому ничего плохого не сделали. За что нас так?